Всем привет, с вами Зазу, и мы продолжаем играть в Dark Souls. В прошлый раз мы остановились возле мудрого мужика. И, если честно, я уже ничего не помню. Что это за хрень большая? Мужик. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Окей. Пойдем-ка, зайдем-ка. Так, давайте идем дальше. Какую-то шнёмку поняли. Прыг. Мне кажется, или я сломал игру. Нет. Починили. Так. О, надпись. Я ее пропустил. Слушай, мне кажется, это вообще не нужно. Не, ну это огромная ворона, я говорю. Ладно. Пойдем. Эй, ворона, давай поговорим. Пришел. Давай пообщаемся. Как-нибудь. Ты же знаешь язык человека. Не так ведь?
меня один, могильничек. О, отмотали время. Потеря крови? Может быть, знаешь. Я опять их выбью по 10-то. Уверена. Так, а что тут? Блин, ну что, сейчас везде будет появляться? Выходи, падлы. Ой-ой-ой.
Зазум. Не, ну блядь, сказал, пойду стримить. Ну зачем так делать? Извини, что напугал. А, короче, я немножко изменил объявление, потом. Нет, ты не понял меня. Ты не понял, я сказал, пойду стримить, не мешать мне. Извини, не ругайся, ты короче, можешь спать уж. Так что давай до завтра. Извини, до завтра. Вот люди наши. Ништяк. Не, ну если честно.
Ой, бля, я сейчас там ничего не заберу. А вообще, как я должен это всех их убить? Если я не могу даже одного скелета убить. Ужас. Так. Блин, это не... Спасибо за то, что вы смотрели этот ужасный стрим на Dark Souls. Я официально заявляю, что этот проект закрыт именно этого сериала. Сериал, стрим, не знаю, как это даже назвать. Я буду очень рад, если кто-нибудь возьмется за эту игру и пройдет ее, потому что я этого не смог. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Большое спасибо за то, что смотрели. Пока-пока.